Водительское удостоверение через сайт госуслуги. О преимуществах этого метода сюжет наших коллег из пресс-службы ГИБДД. Выпускница Чебоксарской школы номер 61 Ксения Валеева водить машину научилась еще прошлым летом. А к совершеннолетию, 18 лет ей исполнилось на днях, решила оформить водительское удостоверение. Из трех вариантов получения – в порядке живой очереди, через МФЦ или единый портал государственных и муниципальных услуг – девушка выбрала самый быстрый. Зарегистрировалась на сайте госуслуг. Ну, не нужно выжидать очередей, ждать, пока у тебя примут плату. Ты можешь в любое время зайти, в любое время оплатить, и квитанция тебе придет сразу, и вообще никаких проблем там нет. Государственная пошлина на получение водительского удостоверения через МФЦ или в подразделениях ГИБДД составляет 2000 рублей. При обращении через портал госуслуг гражданам предоставляется 30% скидка. Им нужно заплатить лишь 1400 рублей. Кроме того, в этом случае гражданин сам может выбрать время и место получения удостоверения. На сегодняшний день в ГАИ Чувашской Республики уже поступило более 50 тысяч заявок на получение услуг. Из них более 40 тысяч обратились через портал госуслуг. Это составляет где-то 77% от общего числа. Тем, кто хочет получить государственную услугу через интернет, необходимо зайти на сайт госуслуги.ру. Если вы это делаете впервые, то вам понадобится ввести данные своего паспорта и СНИЛС. Затем подтвердить свою учетную запись в любом удобном из предложенных мест и оформить заявку на получение водительского удостоверения.